В основном не ребята хвалят, я из клуба военной исторической конструкции 10-й регион сокрушительной параллели. И сегодня у нас шестой урок, посвящен он уколу в ногу. Удар вниз, уколу в ногу. Это технически и физически самый сложный прием, поэтому остановимся на нем особенно развернуто. Итак, смотрим. Итак, укол в ногу, удар в ногу. Опыт показывает, что нанести хороший четкий укол в голень достаточно сложно, поэтому образно я буду говорить, что это укол в стопу. Это единственный вариант, пожалуй, когда я рекомендую оставлять руку вот в таком положении. Из-за большого угла наклона кисть находится в достаточно стабильном положении. И он вот здесь как раз наносить его в горизонтальном положении есть риск получить травму. Как он выполняется? Выполнять и разучивать его лучше всего либо с реальным противником, либо с тренажером, которого мы именуем «Болда». Потому что очень часто можно увидеть вот такие штуки, которые на самом деле никак не проработают. Поэтому укол в стопу выполняется, подседая на ногах и чуть-чуть вертикальной плоскости тащится щит на себя. Открывать вперед себя щит в реальной близости к противнику навряд ли у вас получится. Поэтому, подседая, вертикально приподнимая щит, наносите удар. А фронт это выглядит вот так. Основная ошибка. Поскольку приседать, тащить лень, щит многим лень, люди пытаются делать наклон в сторону укола, и выглядит это вот так, если смотреть с фронта. Но вы все сами поняли. Соответственно, распространенная самая ошибка. Либо щит убирается и открывается, либо люди из-за лени начинают просто нагибаться и делать вот так укол. Выполняется он просто. Отседаем вниз, тащим на себя щит.